Привет, ребятки! Вы на канале DudaPlay, и мы играли в игру Stick War Legacy. Но оказалось, мы прошли только кампанию классику, а здесь еще есть турнир режим, и еще и бесконечный смертей, что-то такое. Ну, давай попробуем турнир режим нажать. Попробуем, посмотрим, что здесь. Выберите сложность. Обычная сложность, безупречная. Давай выберем сложность. Сложный. Шахтер. Наполнение мешка золотом дает бонус 10% от золота в мешке. Хорошо. Идет турнир. Первый раунд. Сложность сложно. Продолжить. А, вон как. И что значит это? Играть в следующий раунд. Типа вы и Блейк. Хорошо. Ну ж, а, вон как. Господи ты, боже мой. Что это за карта такая? Ну давай играть. Угу. Погоня за золотом. Команды начинают игру с 14 шахтерами и кучей золота на поле боя. Отлично. А, у меня еще 15 этих очков есть, можно увеличить. Хорошо, знаешь, что я увеличу? Корону. Корону. Шахтеры. Затем вот эти лучники. Затем вот эти, колчан, лучнострелы обязательно. Так, этот мы улучшили, этот улучшили. А, размер статуи, конечно же, улучшить нужно максимум. Да. Все, в принципе, мне достаточно. Можно было кирку шахтера увеличивать. Ну ладно. Все, поехали. If you not first place, you're last. Что-то там та-та-та-та-та-та-та-та. Так, быстренько давай лучников. Вот у нас где. Золотишко. Хранится. Ох, нифига, сколько золота. А, в смысле? Я прям вот так вот впритык должен собирать, а они меня что, будут обстреливать? А ну всем назад. Убили одного, к сожалению. Чё за фигня? Давай, мне нужен этот стрелочник. Давай, подождите, собирать. Это чё за молодец? Тут стоит одинёшенник, стреляет. Ага, давайте побольше этих. Назад. О, нет, все, добывать огонь. Давай, еще стрелков. Да ну. Я тоже буду сейчас вас убивать. Хи-хи, не хо-хо. Вообще. Изи. А, вон, смотри, бежит какой-то чувак. Ну, мы его сейчас это самое. Стрелками забьем. А где мои все? А, ну они это, типа, добывают, да, все нормально, нормально, молодцы. Давайте, стрелков. Куда нафиг? Назад, назад. Не-не-не-не, ребят, такого мне не интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри этот. Гигантус. Гигантикус идет. Давай. Этот сейчас ты не добежишь. Все, упал. Давай. Да куда нафиг? Ага. Так, монстр, да? Хлебыш. Так, все, всем все отходим. Отходим домой. Сейчас мы дома. Вас всех уничтожим. Все, давайте стреляйте в них. Стреляйте. Он, смотри, защищается, что ли? Или что, я не понял? Ладно, давайте сначала лучников увеличим. Максимальное количество. Кто там еще? А, вот вы еще, ребятушки, да, встали, стреляйте. Ну ничего. Подождите, подождите. Сейчас мы армию-то свою увеличим. А перед войска в гарнизон не позволяет работать шахтерам. А, ну понятно, что не позволяет. Поэтому... Но у нас другой выход, выхода другого не было. Все, давайте, ребятушки. И еще бежи, да, вот этот звездун. Звездун. Все, отдыхай, звездун. Все, мы сейчас всех ваших рабочих прибьем. Long bomb, look out. Какая-то длинная бомба. Эй, в смысле, что за фигня? Откуда эти вот стрелы-то летят? Ё-моё. А, опять он этих выводит монстров. Ну, мы его сейчас быстренько убьем. Мы будем стоять, короче, насмерть. Пошли все нафиг. Так, я ни золота не добуду, ничего. Все, отдыхай, есть, молодец. Все, и следующих мы сейчас будем отстреливать. Вот. А, нет, все, назад, не надо. Это нам не надо, все, отходим. Что там у нас у них еще интересно происходит? Давай еще. Так, нападение, нападение. Срочно, срочно, стрелков сюда. Вот, а то они сейчас будут моих убивать, работничков. Все. Давай уничтожать вот эту канитель. Хотя сейчас, сейчас напишут, у него сейчас какое-то войско появится, поэтому... Все, давай, отходим назад.
Сейчас стопудово, сейчас до середины дойдет, и эти скажут, у нас прибыло подкрепление, и начнут тут фигачить. Поэтому подождем немножечко, пускай у нас тут денежки соберут, ребятушки. Все хорошо, спешить некуда. Что у нас, что у них тут? Никого не то самое? Ну, а, нет, смотри, побежал. Один стрелок. Ну, один всего лишь. Мы сейчас своих тоже лучников отправим. У меня-то их много. Вот, смотри. Все. Ему хватило столько. Все, назад. Ну, в принципе, давай одного гиганта сделаем. И пойдем нападать. Я думаю, как бы, тут ничего страшного нет, не будет. Ну, сейчас проверим. Потому что у них вообще никого нету. А, опять лонг будет. Все, всем убегаем, все убегаем, убегаем, убегаем. Блин, они еще в куче бегают, смотри. Я не знаю, что делать. Все, давайте, пошлите, работаем. Ага, какие-то вот... Лучше бы, когда вот у них идет компания, чтобы на них тоже капало немножко. Стрелы эти. Все, и пошли уничтожать. Оба она вышли, смотри. Сколько их там, фиг знает. Во, у меня еще гигант идет. Он на себя принимает. Так, так, что он говорит? Что-то сказал, что-то с победой связано. Ничего, сейчас мы быстренько отвоюем. О, бегу, смотри, ребятушки. Давай, 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 побольше. Все, уничтожили мы. Получили какие-то плюшки. Продолжить. А, ну все, это мы типа так будем подниматься, подниматься, подниматься наверх. Хорошо. Все, играем в следующий раунд. Ого, супер схватка. Вы получаете золото каждую минуту. Мгновенное строительство. Ух, нифига, мгновенное строительство. И получаю золото каждую минуту. Так, улучшить. Мы, во-первых, полностью улучшаем статую нашу. Вот здесь. Потом лучников полностью улучшаем. И вот этого большого гиганта. Во, нормально. Кого там еще? Вот этих собирателей. А собиратели там вообще у нас будут или нет? Я не знаю. Ладно. Давай, знаешь, еще кого сделаем? А где мечники? А, вот это мечники, типа. Давай их тоже прокачаем. И этого гамплита. Гамплита. Ну, давай гамплита тоже прокачаем. Хорошо. Все, мы готовы. Начинаем войну. Одна минута. Золото каждую минуту. А, золото каждую минуту, но все равно мы можем что-то собирать. Все, поехали. А, вот как это все делает. А у них что? А у нас денег нету. Блин, надо было начинать по-другому. Ну ладно. Все, эти пускай золото добывают. А золото как мало, смотри, по 10, по десяточке. Ну ничего страшного. О, все, поехали. Но у меня этот дядька-то монстр вообще мощный. Давай, нападайте. Чего вы там встали-то? Давай, давай. Мочи их нафиг. Во. Кто кого, да? Этот, а чё он начал меня-то фигачить? Ты давай их фигач. Ага, что-то еще интересно. А, все, опять денег дал. Так, все хорошо. Да, тут собиратели особо ничего не дают интересного. Что там у них тут интересно происходит? О, нифига. Вижу, вижу, вижу. Так, давай этот, вызовем вот этих моих стрелков. Они там побачи будут убивать их. Во. Поехали. Не, надо нападать, это, короче, фигня все. Это все фигня, они уничтожат мою просто статую. Смотри, сколько их прибежало. А, еще и волшебник, смотри, гад. Что творится-то, а? Что творится? Давай. Давай еще больше стрелочников. Все, поехали. Стрелочники, не спите, быстрее. Опять, 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 опять золото, смотри. Опять дали золото. Давайте, стрелочники, бегом. И, мне не хватает на монстра, ну ладно. Все, я вас сейчас всех уничтожу, ребята. Даже не мечтайте. Во! Так, один монстр большой, да? Ага. Огонь опять этот вонючий.
Давайте, стреляйте, стреляйте в него. Вот, есть, все, готов, отбился. Так, сколько у нас там денег? А что у нас этих собирателей нету? Давайте собирателей сюда побольше. Пусть собирают деньги, а почему нет-то? Почему нет? Так, отходим сразу. Это убьют нас нафиг. Вон, смотри, сколько трупиков лежит. Нападаем. Все, видишь, эти убежали, все, мы сейчас нападать будем. Хорошо, а моих-то, ребятушек-то, больше. Все. Отходим. Отходим. Где наши? Давайте нападаем. Так, давайте этих собирателей побольше сюда. Во, бегут, бегут, ребята. Все, сейчас я вам дам. Я вам сейчас покажу, как играть надо. Так, все, отходим. Нам не надо сейчас терять своих бойцов. Этого нам не нужно делать. Так, берем. У нас, видишь, еще у нас статуя дофига приносит. У нас вон корона какая крутая. А у них такой, кажется, короны нету. Давай посмотрим. Да, нет, у них простая. Видимо, на сложности обычная. А если на суперсложности, то там, конечно, тоже будет корона. Все, и отходим назад. Нормально все. Сейчас нам, по идее, должны денег дать. Так, все, нападаем. Когда-то минута уже закончится, интересно. Каждую минуту нам дают 15 тысяч золота. Ну, может, больше, не 15 тысяч, конечно. Все, отходим назад. Сколько у нас там армия? Надо теперь это великанов будет делать. Давай еще раз рабочих. Стрелочников. А, и гигантиков. Ну все, ждем сейчас, зарабатываем деньги. Так, опять какие-то стрелы сейчас будут с небес, да? Да. Смотри, их не тоже погибают, кстати, от стрел. Ты знал? Ага, давай тоже назад прячемся. О, нифига, моих там подбило конкретно причем. Ага. Давай еще стрелочников уже сколько максимально. А эти рабочие у нас нормально с рабочими или не умерли все? Ах, надо было, короче, нажимать вот эту кнопку. А я нажимаю все вернуться в здание. И все рабочие мои убежали. Ой, здесь занимаются. Что у нас здесь? Так, уничтожаем. И немножечко мы будем уничтожать статуи. Пусть тут стреляет, а пофиг вообще. Вот. Так, что такое? Здесь Deep Man. Что-то там такое она придумала. А мы сейчас уничтожим. Смотри. Опа. А вот и все. Вот и все. Да, чемпионат. За 5 минут справились. Круто. А, вон оно как, да? Как происходит. Тут еще, вон, смотри, сколько много чуваков. А почему оно такое все на большом, таком большом экране? Интересно. Давайте следующий раунд играть. Классика. Команда начинает игру с небольшим количеством золота и двумя шахтами. Сражение за уничтожение статуи противника. Ага. Ну, сейчас попробуем поиграть. Сейчас. Посмотрим. Улучшить. Конечно же, сразу мы улучшаем статую полностью. И стрелочников. Это самое главное. И сборщиков. Ага, кого там еще увеличить? А, ну все, в принципе. Вот этого большого гиганта, в принципе. Ну давай сделаем вот так вот. Хорошо, поехали. Ага, все у нас. Ну, это классически мы начинаем. Классически все добываем. Давай сразу создадим еще добычу. Одного. И одного это стрелка, на всякий случай. Потому что они очень любят стрелочников выпускать. Все, и пойдем нападать стрелочников. Вот еще один стрелочник. Вот, нормально. Потому что я знаю. Начинаешь мирно, а они мирно не хотят. Все. Сейчас будем смотреть, что будет происходить. Наш стрелочник, вот. А они нафиг нападают, смотри, им пофигу. Чё там этот один стрелочник, да? Так, отходим назад. Ах, нифига, убили. Защищаем, защищаем. Убегаем. Нет, тут убегать-то явно надо. А где он столько набрал этих воинов-то, я не пойму. Откуда он столько воинов набрал? Я в шоке. Нифига они выносят, а? I think you need a pit stop all. Так, один нафиг. Опять какой-то гад, смотри, бежит.
Давайте, выносите его. Он какой-то он крутых каких-то понабирал. Давай, еще стрелочник. А денег нету. Ждем. Так, этого сейчас все выносим. Смотрим. Бегут, смотри, один за одним, один за одним. Все, нормально. Еще давай стрелочников побольше. Нам главное вот этот рубеж здесь держать. Понимаешь? Чтобы... А мы сейчас их будем выносить. У нас этих лучников больше. У нас трое лучников. А у вас всего лишь двое. Но у вас эти с мечами бегут. Ах ты гад, смотри. Давай, давай еще, еще, еще. А у меня только один лучник был. Ну вот еще стоит. А что он здесь стоит? Давай нападай. Блин, этот огонь с неба уничтожил всех моих ребят. Просто я офигею, а? Да, этот уровень, конечно, посложнее, чем те. Ну и интересно. Интересно. Смотри. Офигеть, он ломает прям. Смотри, с одного удара убил его. Сейчас с одного удара он его убьет, смотри. А, нет. С одного удара не получилось. Но это сейчас добьет его. Оп, не успел. Хорошо. Хорошо. Сколько у нас сборщиков? У нас сборщиков мало. Давай сборщиков еще создадим. Так, что у нас там происходит? Ага. Давайте убивайте их нафиг. Убивайте. Все, прячемся. Нападение. Все, давайте нападаем, нападаем. Хорошо. И этого тоже. Отбили, молодцы. Все, отходим. Отходим. Сколько у нас там этих собирателей? Раз, два, три, четыре. Надо еще. Вот так. И еще лучников. Двоих. Что здесь у нас? Ага, сейчас мы вас зафигачим. Видишь, они сейчас нападать будут. Они не будут просто на месте тупо стоять. Нет, они стоят на месте. Да, и начали убегать. Ничего страшного. Так, сразу, да, отходим. Все, один погиб. Какие вы меткие, а? Не успел я убежать. Собирателей тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Вот так надо. Все. А, что там такое за зум? Pacing on your right zoom. Ох ты, убегаем. Убегаем, эти опять начали стрелять. Не, все, нормально. Все обошлось. Все обошлось, идем дальше. О, выбежали теперь, смотри, с мечами. Эти прошаренные с мечами. Но мы их сейчас всех уничтожим. Вот так. Все, отходим быстро. Быстро. Все, убегаем. Что у нас здесь? Дядька с луком, с мечом бегает. А, не с луком просто. Так, все, нападаем. Угу. Все, сейчас мы их убьем. Угу. Здесь у меня все хорошо. Ой, назад, 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 назад. Все нормально. 1700. Рабочих у меня. Все работают. Хорошо, работайте. Надо будет. А, ну вот давай еще лучников возьмем. Максимальное количество. Ну там могут быть какие-нибудь дядьки выйти потом. А ну-ка, а мы не сможем парочку стрел сюда запустить? Пока у нас один этот стоит, стрелочек. Один стрелок, это не страшно. Во! Так, у нас пока 23 человека. А, не, смотри, двое встали, двое. Все, отходим назад нафиг, отходим. Угу. Давай еще. Максимальное количество. Все, так, атака. Где вы, ребята? Вот, все, давайте стрелять. Все, убиваем. Сейчас пару выстрелов сделаем в этот самый. Ух ты, они прям, смотри, вдвоем встали, а? Гады. Все, всем по домам. Дом. Все в дом. Блин, одного. Двоих моих убили, прикинь. Двоих мы их. Троих даже мы их убили, представляешь, воинов. Ладно. Мы им отомстим. Сейчас еще лучников сделаем. Так, все, отходим сразу. Видишь, у них двое лучников сразу выходит. Ладно. Так, сейчас эти зайдут, и мы пойдем. Все, в атаку. Нифига у них сразу выбегают, сколько много, а?
Все, давайте полностью. Может быть, успеем статую уничтожить. Так, один лучник вышел, да? Двое вышло. Давайте уже уничтожим статую. 26 у меня. 29. 29. А что? А, нифига, смотри, сколько выбегает этих стрелочников. Шахтеров. Все, мы сейчас от всех... О, все убегают, прячутся. Испугались, да? Ага, стратегия игры, очень... Это что-то такое там про стратегию игры он говорил. Так, все, отходим быстренько домой. Наших тоже, смотри, как уничтожили, нормально. Все, нам нужно немножечко оклематься. Собрать денег. Восстановить войско. Бегут, бегут, смотри. Сколько? Четверо вас. Ничего, сейчас мы вас уничтожим. Угу. Давайте уже эту башню, может быть, мы сейчас... Что там еще у тебя за... Ничего, ничего, нормально все. Стоим, стоим на месте. На месте стоим, ничего, не двигаемся. Все, мы сейчас практически уничтожим статую. Ну и лучников мало, смотри. Как... Ладно, ничего, сейчас мы уничтожим. Уничтожим эту статую. Все, он понимает, что ему деваться некуда уже. Он понимает, что скоро его придет конец. И шахтеров мы уничтожаем. Так, выбегает какой-то мужик с мечом и падает об землю сразу же. Ну все, у него экономика уже уничтожена. Вот смотри, сейчас если я вернусь назад домой, он ничего тут не сможет сделать. Вот. Смотри, он никого не выносит. Все, а наши ребята сейчас пойдут и завоюют. Я не думаю, что там кто-то вылезет, знаешь, там из-под статуи, там будет какой-то монстр. Нет. Ну вот один чувак вышел и все. Все, он был, его не стало. Все, уничтожаем статуи и все. Опа, все повергло. Повергли мы статую в пух и прах. Хорошо, заработали. 9 минут играли. Уничтожили. Я все победил. И что у нас тут? А, последняя игра, да? Последний раунд. Кто победит? Хорошо. Схватка. Обе команды начинают игру с огромным количеством золота. С огромным количеством золота. Хорошо. Огромное количество золота. Это значит, надо нам улучшать чисто боевых товарищей. Правильно? То есть у нас огромное количество золота. Ну, размер статуи, конечно, увеличим. Замковый луч на стрел увеличим на всякий случай. Ага, гоплитиков сделаем. А, фу, не того, блин, делал. Шамана, зачем мне шаман? Вот. Гоплиты. Мы будем чисто гоплитами фигачить. Кого еще? А, ну давай это, типа, деньги получать, не знаю. Потому что, мало ли, там огромное количество денег сейчас дадут. 10 тысяч? Это в смысле огромное количество денег? 10 тысяч? С огромным количеством денег было сказано. С огромным количеством денег. 10 тысяч это не огромное количество денег. Далеко не огромное. Ладно. Делаем лучников. Это самое главное. Что у них тут происходит? А, он вообще не стал строителей делать. Да, он сразу монстра стал делать. Что у нас тут происходит? Нападаем, стоим. Да, а чего стоите-то? Нападаем. Вот, уничтожаем его. Не знаю, успеем, конечно, уничтожить или нет. Навряд ли. Все, отходим. Спотыкается, господи. Давай какого-нибудь дурачка еще сюда маленького. Надо было на маленького дурачка сделать, чтобы он пошел наверх. А эти бы его стреляли. Конечно. О, он прям монстров сделал. Подожди. А можно респаун сделать? Нет. Подожди. А магазин? Я хочу магазин. Ой. А работает вообще или нет? Я хочу вот это купить. Лунострелы непрерывно посылает залп и стрел. Да, лунострелы, пожалуйста. Так, дальше что? Призыв элиты. Призывает группу элитных солдат сравнен Вествул, да. Да, пожалуйста, вот это вот мне еще. Это что такое? Безумие копьемет. Копьетона. Копьетона метаются и копья, значит, удвоенный урон в течение 20 секунд. Нет, давай вот эту золотую лихорадку сделаем еще.
Ага. Это что такое? Призыв Грифона Великого. А, это у меня столько нету. Так, алло. Вот это делаем, вот это делаем, вот это делаем. Все. Давай, давай. Во-во-во-во. Пошло, пошло, поехало. Все уничтожаем, нормально. Давай вот этих еще монстров делать. Все. Уничтожили. Все, и нападаем нафиг. Нападаем. Поехали нападать. Все. Кто там у нас? А, волшебник, гад, а, гаденыш. Ничего страшного. Давай, сейчас. Сейчас мы вас уничтожим, не переживайте. Мне нужно побольше, конечно, стрелочников. А где эти собиратели? Давайте собиратели парочку сделаем. Ну хорошо, что я хоть корону-то одел, алё. Это очень хорошо, что я взял корону. Так, что у них здесь? Давай, нападаем. Все, сейчас, может быть, мы его и высечем. Вот. Второй идет, смотри, гад. Он отбивает, прям несколько наших бьет, представляешь? Это не очень хорошо. Одним ударом. Но мы тоже сейчас такого вызвали. Поэтому сейчас еще один такой придет. Уничтожаем. О, мы статую уничтожаем. Хорошо, хорошо, ребята. Здесь у нас. А, вот идет уже чувак с битой. Хорошо, ждем. Иди нафиг, что ты мне хочешь сказать? Сейчас я тебя зафигачу. Блин, красных много повыбегало. Ну, гоплиты тоже молодцы. Давай, гоплитики. Давайте. Ох ты, вывезли все гоплиты. А, нет, гоплиты еще есть. Молодцы. Все, 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 уничтожайте, мои друзья. А, где у нас стрелочники? Вот, стрелочников очень много. Еще этот бежит с дубиной. Все, победили мы. Хорошо. Вот и мы собрались и выиграли. Все, за 3 минуты всего лишь. You win. Thank you. Я победитель, да? Ага. Это типа вот кто с нами играл. А что у меня такая аватарка стрёмная? Ну все, играть в следующий раунд. Какой еще раунд? Победа. Сложно, сложно. Автор майнер. А, это типа тут выбираешь всяких авторов, да? Угу. Следующий турнир начнется скоро, через 2 часа 59 минут. А, вон оно что. Мы через онлайн играем с другими этими самыми турнирами. Вон что, а бесконечный что это такое? Endless Deaths. Так. Был большой чувак, монстр. Ага. И он нашел карту. Карту? А что было в карте? В карте был дождь. Большой-большой дождь. И он взял карту и сказал, мы карту не будем смотреть. Потому что наши пожитки здесь намокли. И так, мы будем жить здесь. Строите, давайте палаточки. И никуда не пойдем. Да, мы здесь сейчас сделаем палатки и будем основать. Нам нужно город. Построили какую-то статую из говняшек. И зажгли огонь. А из костра? Нет, из леса вылез зомби. Они его убили. Волшебнику стало плохо, потому что его покусали. Да, и он сейчас тоже превратится в зомбака. Но они его пришлось его как бы убить. Ну что ж ты поделаешь. Ночь выжившие. А, это вот столько человек выжило, да? Ого. А тут что у нас? А, тут у нас зомбаки. Нам потребуется. Нам нужно потребовать. Что такое, подожди? Медленно идущая нежить, сильная в больших количествах. Низкая скорость, уязвимость к выстрелам в голову. Ну, хорошо. Понятно, нежить. У нас сборщики вообще есть? У нас нет ни одного сборщика. А, нет, один сборщик есть. А чего вы не нападаете? В смысле, встали? Алло. Давайте, поехали нападать. Они стоят, ждут, пока они сейчас до дома дойдут. Ну, в принципе, понятно, интересная игрушка. Типа, нужно... Сколько ночей ты, типа, продержишься? Интересно. Вполне. Но если бы еще статуя приносила бы деньги, была бы корона на статую, она ж не приносит деньги. Это очень плохо. Но так, в принципе, задумка интересная, да. Но их тут будет тысячи, тысячи, тысячи выходить. Да, ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию.
Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.